Юрий, начнем, наверное, с темы номер один, которая обсуждается сейчас наиболее громко на всех площадках. Это ракетный обстрел, результаты которого стало массированный ракетный обстрел по Украине и ракета, которая упала на территории Польши, двое погибших. По результатам ставки Верховного главнокомандующего 16 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сделал следующее заявление. Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента, готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны и Госпогранслужбы Украины. Остаемся полностью открытыми к всестороннему изучению ситуации и согласованию выводов на основании всего комплекса имеющихся данных. В СНБО подчеркивают, что только Россия и ее ракетный террор виноваты в том, что произошло. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы во вторник вечером на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну. Какого развития стоит ожидать в этой истории? К сожалению, два человека погибли. Можно ли считать, что вопрос закрыт после заявления господина Дуды? Знаете, не только вопрос закрыт, конечно, вопрос закрыт, но для меня тут несколько очень интересных, мне кажется, наблюдений, выводов, потому что мы, в общем-то, были очень близки к началу очень большого конфликта. И тот факт, что пятая статья НАТО не начала действовать, говорит о том, насколько война – это политическое решение. Если происходит какой-то несчастный случай или что угодно, то это можно назвать разными словами. И то, что это было обозначено несчастным случаем, говорит нам о том, что войны не предвидится. Потому что если бы Запад просто вот ждал возможности, когда можно будет, наконец, ввязаться целиком и стать участниками, а не союзниками, не просто союзниками, а еще и участниками конфликта, то вот, пожалуйста, мы видели даже в истории Соединенных Штатов такие случаи, когда военные конфликты начинались на таких неуверенных основаниях. Но в данной ситуации мы видим, что президент Байден сказал, подождите, давайте разберемся, точно поймем, что здесь произошло, и когда мы узнаем точно, что произошло, мы это обсудим и примем следующее решение. Интересно. И поэтому так и познавательно то, что произошло, что несмотря на то, что Кремль, конечно, сказал что-то, они всегда что-то говорят, у них такая, так сказать, они тоже как бы люди с артами, с зарплатами, поэтому они что-то будут говорить. Но это никого не волновало, не волнует и, в общем-то, не будет волновать, потому что никакого авторитета у них нет уже очень-очень давно, особенно после 24 февраля. Поэтому то, что они заявили, что Россия этого не делала, ну, как-то даже не повлияло на расследование, я бы сказал. Поэтому пришли к выводу, что это было со стороны Украины, как вы сказали. Но что интересно, что какие выводы из этого уже озвучили американские политики на вечерних телевизионных каналах. Они стали говорить о том, что нужно больше, значит, видите, так сказать, и ракеты советские неправильно работают, и нам нужно больше оружия поставлять Украине, и нам нужно помогать им еще больше. Замечательно. Правильные выводы, господа. Чуть более конкретно о массированном обстреле, который произошел, около 100 ракет насчитано было, которые выпущены были по территории Украины. И это самый массированный обстрел с начала войны. Как вы думаете, почему? Почему это произошло вот 15 ноября? Чем это было вызвано, спровоцировано? Или России не нужен повод, чтобы выпустить такое большое количество ракет по Украине? Знаете, мне кажется, что это говорит о том, насколько слаба Россия, насколько слаб Путин и насколько он ничтожен в своих действиях, как оказалось бы, лидер такой большой страны, самой большой страны. А что он делает? Он ведет себя как рядовой террорист.
у которого нет ни государства, ни силы, ни аппарата, ни институтов. Он просто пуляет из рогатки и прячется за углом. Владимир Путин, который пуляет ракетами, и понимаете, тут очень важно понимать критическое мышление. Говорить о том, какой Путин сильный, какой, как с ним нужно договариваться, это, ну, как бы, вы понимаете, в чьи руки это играет. И мне кажется, что это очень важно отличать такие голоса, которые рассказывают о том, какой Путин великий и ужасный, и понимать, что единственный вывод, который из такого можно сделать, ну, так сказать, основной к чему это ведет, цель таких заявлений, это то, что с ним нужно договариваться, а с ним не нужно договариваться. Он человек, с которым нельзя договариваться, с которым опасно договариваться. Ну, к счастью, так сказать, все это уже понимают и знают. Поэтому переговоры, которые, возможно, мы можем затронуть, так сказать, любая война кончается переговорами, но то, что сейчас происходит, просто говорит о слабости Владимира Путина и о том, насколько российское оружие, никто не доверяет, что они могут попасть туда, куда хотят, поэтому, если они, так сказать, это непонятно, если они промахнулись, что у них происходит там вообще, это просто какой-то... Ну, это, мне кажется, что монголо-татарское нашествие было более цивилизованным, потому как оно происходило, потому что это просто на Западе было людям, мне кажется, военным даже тяжело представить, насколько варварским способами будет воевать Россия, когда, с одной стороны, у них недостаточно войск, чтобы оккупировать территорию, но если проводить геноцид, то оказывается, не так много людей нужно, чтобы сажать людей на поезда или в лагеря фильтрации, вот геноцид. Поэтому это просто не так, как Запад оперирует, и это трудно представить. Но Владимир Путин и его кремлевская банда, режим, группа Путина, как бы вы это ни называли, доказывает каждый божий день, что они варвары, что с ними нельзя договариваться, и что вот такие террористические действия должны вести просто к нейтрализации террористов.